вы только что признали, что вы там фанат Марвел. Ну, что ну такое? Как, не то, что фанат, но какие смотрел. Фильмы смотрели? Многие, ну... Ну, например. Всем привет, меня зовут Евгений Ширяев. Это «Негодяй ТВ». Ребята, здорово. Я задаю вопросы. За правильные ответы плачу деньгу. Ничего себе. Ответив правильно на первые 5 вопросов, ты щенку... Прикольно. Если ты вдруг захотел 2 косаря, чё к чему вообще? Мы задаем тебе еще один вопрос. Ты получаешь 2 куска, не ответишь на 6-й, ничего не получишь. Супергерои. Ты знаешь что-нибудь про супергероя? Так, чуть-чуть. Кто твой любимый супергерой? Человек-паук. Понятно все. Для меня эти вопросы, они легкие. Для тебя, брат, я не знаю. Я буду мега подсказывать, как мега Дыбенко. А если я свои вопросы задам? То будете платить мне деньги, если я буду правильно отвечать. Имя актера, который сыграл главную роль в фильме «Веном». «Веном». Не знаю. Это крутой актер. Этот мужик, он харизматичный парень. Прикуп смотрел такой фильм, нет? Он снимался в фильме «Воин». Он брату своему «на-на» вот так вот сделал. Он крутой, он вот так вот ходил. Вы только что признали, что вы там фанат Марвел. Ну что ну такое? Как, не то что фанат, но смотрел. Какие фильмы смотрели? Многие, но... Ну, например. Нет, «Бриллиант, твоя рука». Вот. Ну, наши актеры. Сейчас, минутку. Том? Не знаю. А вот как у Леонардо начинается фамилия, так у него заканчивается. Том Хан? Том Вин? Винчунь. Том Винчунь, да. Том Винчунь. Да, брат, не Том Винчунь, я прикалываюсь, нет. Нет? Нет. На Ди заканчивается. Том Ха! Том Кха! Ты кушал когда-нибудь Том Кха? Почти такая же хрень, но еще 2 буквы. Харди. Том Харди. Харди. Хрен с ним, отвечайте вместе. Хрен с ним, давайте. Харатьян. Все. Да. Ты смотрела «Веном»? Нет. Том Харди. Том Харди. Харди, брат. Том Харди. Том Харди. Там не снимался Харатьян вообще. Том Харди. Том Харди. Красавчик, брат. Посмотри, фильмы с Томом Харди, они четенькие, брат. К какой вселенной комиксов относится Бэтмен? А, так, у нас есть Марвел и есть... И есть. Там Чудо-женщина. Там еще там один чел. Еще один... Кто там еще? Все время забываю. Просто мне они не очень нравятся. А, Супермен даже там. Как-то все у них всегда сложно, знаешь, постоянно что-то тут у них и здесь там. И... Ну, дяд. 2 буквы. Вселенная. Чудо-женщина нормальная баба. Я бы, если честно, Чудо-женщину я бы отправил бы к Марвелам бы. Угу. Неплохая деваха. DC. Нет? Какая подсказка? DC. Правильно. DC. 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 Она называется. DC, точно. Да. Да. Последний фильм, который уже вышел от вселенной DC. Честно признаться, я еще это не смотрел. Я пойду обязательно. Я тоже не смотрел. Несмотря на то, что к DC у меня так как бы, но я смотрю это дерьмо. Лохматый мужик, вонючий. Он воняет водорослями по любасу. Наверное. А может быть и нет, я еще не нюхал сегодня. Эта хрень, она вышла буквально на этой неделе. На сосках улитки прикреплены к нему. Потому что этот хер... Аквамен, по-моему. Аквамен? Вообще. Правильно! Ю-ху! Аквамен. Аквамен. Аквамен? Да, правильно. Аквамен. Аквамен? Аквамен. Серьезно? Серьезно? Еее! Кого играет Крис Пратт во вселенной Марвел? Крис Пратт? Yes. Крис Пратт, вообще есть понимание, как выглядит его изнеможденный хлебал? С хорошим чувством юмора, вообще сам актер. И в этом фильме он тоже неплохо прикалывается. Пол, да пол? Нет. Капитан Америка? No. Ну, что ошибся? Ну, давайте порассуждаем. По Музону прикалывается, понимаешь? Сёшер летал. А, прикалывается по Музону? Да. Прям берет свой вот этот вот кассетник. По-моему, сёшер на сёшеру, нет? Сам ты серебряный сверху. Все, да, давай. А он в космосе летает? Да, как дьявол. У
него плеер есть, он там включает его. Да, я понимаю, это который с енотиком. Ты молодец. Короче, в одном из фильмов он нашел своего батю и такой, вау, наконец-то, папка там родной. Но батя такой гандон оказался. Да, у него есть погоняло четко, ему очень нравится. Он все время говорит, я, no. Раз ты шаристый парень, я подсказывать тебе не буду. Звездный лорд. Звездный лорд. Звездный лорд? Тебе не стыдно? Стыдно. А зря. Это Звездный лорд. Веселимся, танцуем. Почему ты не радуешься за подругу, за себя? Звездный лорд. Звездный лорд. Звездный лорд. Звездный лорд. Посмотри, поражешь, прикольный фильм. Ты знаешь Тони Старка? Не Старка? Тони Старк. Нет. Ты знаешь Тони Старка? Нет. Вы Тора знаете, кто такой Тор? А Звездный Лорд? Я тоже не знаю. Нет. Вы что, не зрите Марвел? Вы что, фанаты DC? Да, это ярые фанаты DC. Уходим отсюда. Остался пятый вопрос. Ответив на него правильно, ты получаешь тыщенку. Я признаюсь честно, это вопрос нелегкий. Что значит Marvel на русском языке? Вот все мы, да, любим вот эту вселенную, Marvel, какая она классная, как все круто. Ну, Marvel, что это? Сила. Сила? Не, не сила. Четыре буквы в одном слове. Последняя О, вторая У. Есть даже такой персонаж. Олицетворение всего этого проекта и есть вот это слово. Стыдоба! Фанат, он Марвела, все знает. Что для тебя Марвел, сестра? Скажи. Брат? Четыре буквы. Нет, Марвел это не брат. Чудо. Чудо. Чудо? Чудо. Чудо. Кто выжил в «Мстителях», вот последний фильм «Война бесконечности» из «Мстителей»? Назови хотя бы четырех. И вот тут я тебе ни хрена не буду подсказывать. Так, из «Мстителей» выжил Тор, Черная Вдова, наш главный Железный Человек, живой, вот так. И еще кто выжил, да? Да. Капитан Америка. Подожди, подожди, давай сейчас проверим, потому что что-то я вот, знаешь... Выше. Вот он список. Кто выжил и те, кто погиб. Во-во-во-во-во. Подожди, нет, я, короче, тут уже был. Во. Кто выжил? Поехали. Америка. Капитан Америка, бро. Раз, все. Три. Косарь есть? Да. Берешь или супер игра? Не-не-не-не-не. Супер игра? Нет. Косарь берешь? Косарю. Да. А че так? Мне везет, нахуй, раз в 5 лет. Да? Это тот момент. Его я привык вообще никак. Хорошо, базара, ну. Ништяк? Ну хорошо, сейчас водички все куплю. Что, водички? Водички, дохуя водичка. Все, братиш, что думаешь, не настоящий, что ли, или что? Это был самый легкий царь в моей жизни. Так, да? Ребята, от души. А вы вообще к чему снимаете? Да ни к чему вообще, просто бабки раздаем. На похуй. Куда? Ну все, давайте. Давай. Дальше. Ты, мой хороший, умный и симпатичный зритель, если хочешь поучаствовать в такой же движухе, только немного в другом формате, залетай ко мне в Инстаграм. Через 2-3 дня после публикации этого видосика я сделаю прямую трансляцию в Инстаграме, где задам вопрос, и кто-то выиграет деньгу. И если кайф видосы, подписывайтесь и на этот канал. Мне это очень будет приятно. Пока. Touch me. Watch me burn.